По правилам у нас необходимо 30 дней отдыха для детей в период учебного года. Сейчас мы уже, конечно, отдохнули не 30 дней, мы уже отдохнули на сегодняшний день 50 дней. Поэтому, естественно, весенние каникулы мы будем рекомендовать отменить. У нас, в общем-то, есть очень много методов и форм, потому что, если вы знаете, то образовательная программа, она состоит из новой темы и, естественно, часов повторения. Вот в настоящий момент как раз у нас наши методисты, они скорректировали программу, уменьшив количество часов на повторение. Это прежде всего. А второе, есть много методов и форм методических, которые позволяют провести сдвоенные уроки, провести бинарные уроки. Поэтому сейчас как раз все эти методы и формы будут использовать наши учителя.